Hamkasbimiz O'zbekiston Kubogi 1/8 finaldan o'rin olgan Olimpik Andijon SKS uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani ikkinchi qismida Olimpik jamoasi ustozi Timur Kapadze ishtirok etadi. Timur aka, dastlab o'yin haqida fikrlaringiz. Endi o'yin haqida albatta jamoadan g'alaba bilan tabriklayman. Yaxshi o'yin bo'ldi. Biz kutgandek balki qarshilik bo'lmadi. Lekin bolalar bugun nasro qildi, tayyorgarlik ko'rdik. Kechagi rezultatlardan keyin men sinfdan chiqmaydilar. Har bir o'yinga yaxshi yondashish kerak. Prinsipi har doim shunday qilinadi. Ko'ryapsizda o'yin menimcha ko'p narsa o'xshadi degan vaziyatlar bo'ldi. Foydalanishdan g'alaba qozondik degan muhimi va o'ylaymanki keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Mana shu o'yin bizga keyingi o'yinga tayyorgarlik uchun foydavor bo'ldi. Как раз хотелось бы остановиться на настрое. Даже после 4-5 мяча ребята не останавливались, продолжали идти вперед. Что это было? В принципе, настраивались, мы же в той игре проиграли, все равно. Мы разбирались, переживали ребята. Соответственно, мы разобрали те ошибки, которые у нас там были. Готовились, понятно, тем более вчера результаты, сами знаете, какие были, какие игры были, повтор, очки, но не вышел дальше. И знаете, чтобы не было такого, в принципе, ребят настраивали, что да, с любой командой надо выходить, максимально работать. Ребята так и выполнились, я думаю, максимально во втором, понятно, еще такой был, что чуть успокоились, но в целом нормально. Понятно, хотелось бы, что сопротивление лучше было, больше было, но ничего, я думаю, команде Анжа тоже удачи желаю. Для них тоже полезная эта игра была, думаю. Мы будем работать дальше, у нас ждут еще серьезные игры. Несмотря на турнирную составляющую, сегодняшний матч какую пользу принесет команде? Себя уверенность, может, больше, потому что у нас проблема с завершением была, моменты досоздавали, где-то нервозность, где-то это. Может, сегодняшняя игра какой-то импульс даст ребятам. Но это время покажет. Надеюсь, что так будет, потому что атакующая линия, в принципе, каждый из них гол забил, и некоторые и по два, по три забили. Думаю, это для них понятно, какие тренировки, можно сказать, но и уверенность в себе будет, я думаю, лучше. Олимпик впервые в своей истории забил 10 голов в официальных матчах. Как вы к этому относитесь? История всегда понятна, что Олимпик новая команда. Каждая игра история, я думаю, Олимпик создает, делает. И, соответственно, такой результат, я думаю, в истории останется. Понятно, в дальнейшем клуб будет, не будет, но поверьте, что нелегко любить. Какая бы команда ни была, нелегко выиграть 10-0, даже 5-0. Да? Из-за этого сегодня ребята достаточно нормально сыграли, особенно впереди, использовали те моменты, заставили их ошибиться. Ну и, соответственно, как вы говорите, это история, что через 10, 20, 30 лет будут, наверное, будут вспоминать. Последний вопрос по турнирным ожиданиям. Узбекистана. По какой стадии? Честно сказать, это посмотрим. В принципе, для нас и чемпионат, и кубок, каждая игра. Я думаю, мы максимально уходим, работаем, полезно берем с каждой игры. Для меня, что насколько будет хорошая команда, с кем будем играть, будет лучше, чтобы посмотреть, ребята, над чем еще работать. Посмотрим, куда нас, с кем будем играть в следующий этап. Вроде бы Бахтакор Пролиг команда попалась, но видите, где-то, может, недооценка была, где-то, может, подготовка. Может, после нашей игры недовосстановились, не знаю, какие моменты были. Но в кубке одна игра решает, из-за этого любой соперник, я думаю, опасен. А в чемпионате понятно, что одну сыграл, еще есть другая, где можешь исправить. Кубки такого нет, нельзя. Ты должен серьезно подходить к каждой игре. Посмотрим, кто попадется, будем готовиться. И на этой неделе предстоит сыграть с Ильяной. Как идет подготовка?
Ну вот, у нас подготовка, соответственно, шла к кубку, соответственно, через кубок готовимся с Агдиане, потом через три дня уже мы играем с Агдиане. Ну, важный матч будет. Конечно, важный, я думаю, и для нас, и для них. И я думаю, в чемпионате для каждой команды каждая игра важна. Ну все, и с командой Андижан удачи желаю. В принципе, ребята неплохие, и тренер, команда много молодым доверяет, работают. В принципе, они на первый год, в том году мы встречались. Да. Кстати, что у нас? Витхузоди. Проиграли, кстати, там. Ну, из-за этого ничего. Я думаю, для них должна быть эта игра полезна. Разберутся, ошибки посмотрят. Будем смотреть дальше. Матбуот анжумани ikkinchi sinovchi bilan yakunlaymiz. Temurga keyingi o'yinlarda yuqori. Rahmat.